Ручная пила по металлу Союз 106104-300С. У вас сломалось полотно. Нет запасного полотна, бежим в магазин. Есть запасное полотно, не помним, куда положили. Результат. Первое. Потеря времени и вынужденный поход в магазин. Второе. Недоделанная работа. Есть решение. Ножовка Союз с дополнительным полотном. Встречайте. Встроенное дополнительное полотно по металлу. Теперь не возникнет ситуации, когда под рукой нет замены сломавшемуся полотну и необходимо идти за новым в магазин или допиливать огрызком. Надежно зафиксировано винтом и при этом легко снимается. Резьбовое крепление полотна очень надежно, что исключает его случайную потерю или произвольное движение в процессе пиления. Фиксирующий винт обладает широкой рифленой захватной частью, что позволяет его быстро выкрутить одной рукой и мгновенно вкрутить обратно. Оптимальное натяжение рабочего полотна. Проверенная система крепления рабочего полотна обеспечивает оптимальное натяжение для получения быстрого и точного пиления. Продуманная форма рукоятки обеспечивает удобный и надежный захват, повышая эффективность инструмента в работе. Дополнительный слой краски на раме. Дополнительное покрытие эффективно защищает раму от внешнего воздействия и коррозии. Также в серии Кулибин. Молоток с кернером Штурм. Ручка для болгарки с твердосплавной чертилкой. Молоток с кернером. Ножовки по дереву с карандашом. Лампа подсветки рабочей зоны. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видеороликом. Заходите на наш сайт shturmtools.ru.